На самом деле, конечно, показатели демографического роста у нас немножко отсутствуют, у нас, так скажем, показатели идут вниз, но это, наверное, динамика вообще во всех регионах, не только у нас в Ярославской области, да, во всех регионах, куда ни возьми, люди ищут там, где им жить будет удобнее. Я бы даже не сказал, что выгоднее, я бы сказал, что удобнее и приятнее. То есть такое ощущение, что люди из региона в регион могут переезжать, как бы одному здесь работа нравится, другому вообще здесь обстановка нравится, кто-то семью здесь обрел. А что касается Ярославской области, конечно, ситуация, я бы не сказал, что она критична, хотя она, да, уже переходит в стадию критичности, но работы ведутся. Я как член комитета по социальной политике и демографии, мы обсуждаем эти вопросы с коллегами на комитете и с председателем, с Ларисой Юрьевной. То есть придумываются, находятся какие-то вариации, но а по проработке, конечно, мы должны понимать, что здесь это молодое поколение. В любом случае молодое поколение, подростки и уже совершеннолетние ребята, которые выходят с институтов или идут учиться в институт, или после заканчивая среднепрофессиональное, получая среднепрофессиональное обучение, как бы им нужно дать понять, что они здесь нужны. Это вообще в первую очередь, да. Второе, это нужно дать им уверенность в завтрашнем дне. То есть постараться направить исполнительную власть в лице местных муниципальных образований, городов, районов, чтобы они входили в кооперацию и общение с частным бизнесом и с корпорациями, с предприятиями, которые могут дать рабочие места. Если такая ниточка, если нащупается, если она будет, тогда выпускнику не нужно думать, что ему необходимо уехать в другой город, чтобы найти работу. Он будет оставаться здесь на местах. Второй вопрос – это финансовая составляющая. Необходимо, конечно, поднимать значимость любого труда, да, и тем самым поднимать финансовую основополагающую заработную плату. Тогда молодому парню или молодой девушке, ну, им не нужно будет уезжать. Зачем? Они останутся в своем регионе, они будут любить этот регион и будут укреплять семью, да и вообще основной постулат демографии, и здесь, ну, это общее, как бы здесь очень много можно на эту тему дискутировать, но мы все должны понимать одно, как сказал Александр Третий, укрепляйте семью, она основа всякого государства. Вот чтобы нам закрепиться, нам надо всем укреплять семью, особенно в такое время. Вот, и демография-то, она будет как результат основополагающих действий экономических, социальных, всех блоков, если они начнут работать, демография, мы увидим, как она просто, она будет вставать в нормальное русло, и мы будем городами и районами только расти и еще раз расти.